Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Шкода Октавия. Делаем жидкие подпилки. Нитярка уже обработан, так вот у нас сплошной ковер получился. Толщина его достигает 4 миллиметра. Сейчас ждем, пока это все немного подсохнет, и будем собирать. Ну а пока ждем. Мы клеим такой шумопоглотитель штатной подкрылки. Подарок. Толщина его 4 миллиметра. Ну, вкратце покажу, как работают данные колокольчики на примере. Полимер на примере колокольчиков. Видите, справа голый, слева обработан. Сами можете услышать, какая разница. Так работает данный полимер на арках автомобиля. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте комментарии. Всем пока!